Привет, привет, друзья. Какой-то у нас след очень яркий получился. Привет, всех с наступающим. Сейчас вас побольше наберется. Я прям за след. Сейчас дай пока свет выровняю. Снимаю поменьше и похолоднее. А ну-ка так. Все равно за свет. Привет, привет, привет. Спасибо. Всех с наступающим. Уже осталось совсем немного. А напишите, кто как праздновать будет. Привет, мои дорогие. Сейчас я вам покажу экскурсию по этому сказочному месту, где я нахожусь. Под названием «Моя квартира». По традиции покажи жопу. Я рушу стереотипы, так что покажи ты свою. Возьму тебя, кстати, в совместный эфир, если покажешь. Привет, привет, привет. Как вас много? Классно. Вы, кстати, уже выходные или еще рабочие дни? Что-то не вижу ни одного сообщения, кто как будет праздновать. Рассказывайте. У меня нет мужа. Одна или с мужем. Так, красиво. Здесь не только красивая спальня, здесь просто как-то какое-то феерическое место получилось. И я вам покажу обязательно, потому что такого я себе еще не делала. Покажи жопу по-братски. А по-братски бросит брата. Привет, Евгений. С наступающим, спасибо, всех с наступающим. Я дома с сыном, прикинь, я тоже. Ну, а потом, может быть, куда-нибудь поеду. Сама украшала. Нет, украшали декоратор, и вы сейчас обалдеете, когда я покажу, конечно, ну, прям реально масштабно. Я не ожидала просто, что они такого размера. Я, когда мы обсуждали количество и в какой форме это будет, я думала, они, ну, как бы, вот самые большие, вот где-то вот такого размера, а они метровые, здесь есть метровые шары, нет, это шар в оплате, просто какой-то, вообще, я как в «Стране чудес». Ну, итак, дорогие друзья, сейчас я подойду, покажу вам, какого они размера. Незаурядная идея, у кого-то есть по празднованию Нового года, например, там в прорубь какой-нибудь снять домик с прорубью, сигать туда, париться в баньке. Может быть, кто-то собрался встретить самолете в небе. Ага, в такой спальне сексом заниматься классно, наверное. Ты знаешь, я не в курсе. Скажу тебе так, наверное. Ну, Николаев, не хочешь? Нет. Как настроение, Елена? Может, разожгем любовь в Новый год? Настроение прекрасно. Верка, я с ума схожу уже как 10 лет приблизительно. Ну, что ж тебе сказать? Я рада радовать. Такая первый раз видела. Можем махнуть, напиши мне. Не. Так, Перка, я обожаю смотреть ролики с твоим участием. Домик снял, жду тебя. Ну, и что привлекательно в том, что ты домик снял? И какой мне в этом прикол? Какое-то странное приглашение. Я снял домик, жду тебя. Ну, снял, жди. Так. Можем махнуть. Куда? Покажешь, может, уже чего-нибудь? Все тут сидят. Ты еще будешь сниматься в порно?
мне 34 года, там вижу, спрашивают. Это можно где-нибудь в Википедии даже посмотреть. Да, у меня много новых горячих видео. Я с радостью и удовольствием вновь отношусь к этому делу. Много новых горячих видео в закрытой платной группе. Так что, если хотите в нее попасть, спрашивайте в директ, как это сделать, и я вас спущу. Сегодня, кстати, я сняла свеженькое видео. Или вчера. Уточнить про домик встречи. Так, я могу уточнить про домик встречи. Уточнить ты, конечно, можешь попробовать. Давно секс был, только честно. Я уже только что об этом сказала. Я думаю, покажу какого масштаба шарик. Все-таки они такие сердечки выглядят со стороны. А просто вот я стою рядом, и тут это половина мне. Они огромные. Сейчас он поближе. Думаю, что тут понял. Это просто какое-то огромное. Вот одно. А их там куча. И не только там. Сейчас я вам еще покажу, что наверху. Круто. А вот этот светящийся шарик. Вот свет сейчас. Свет, если потушить, то вот такая красота получается. Сказочно. Но это только эта комната, вы понимаете. Распустила кучу мессенджей, поставлю вас поближе и пытаюсь почитать. Так, покажи себя. Покажи свежее видео, где можно его смотреть. Пишите в директ, и я расскажу вам, как зайти в платную группу. У тебя какой размер чего? Размер чего? Ма-ма-ма. Норм такой шарик. Это еще только одна комната. Это маленькая-маленькая часть того, что я вам покажу. Меня возьми, встретимся. Ма-ма-ма. Хочется в этом году что-то такое. Что-то такое, это какое? Покажешь трусики? Да вот что-что, а трусики сейчас покажу. Прямо вот сейчас. Одну секунду. Вот. Ну, я понимаю, что это очень примитивная шутка. Но так же, как и ваше выражение, покажи трусики все время, жопу и так далее. Вы или 15-летние дрочеры, или какие-то совсем голодные, ущербные, незрелые. Что вы в чате только как покажи жопу и можете спрашивать. Ну, пойдите, взрачните и возвращайтесь, поговорим. Как бы это же Инстаграм цензурный, а не секс-чат. Кстати, меня хорошо слышно, видно. Жду вашей реакции, чтобы продолжать или нет. Чтобы понимать, какое качество. Плюсики или минусики. Как найти свои свежие видео? Я уже сказала, в платной группе пишите в директ, я расскажу как. В конце покажешь попку. Ладно. Лена, не уродуй себя, ты и так прекрасна. Спасибо. Я как бы еще не пыталась. Когда новая порно? Уже в новой платной группе. Покажи елку. Ну что, пойдем смотреть елку? Я выезжаю к тебе. Пятигорск, привет. Чтобы посмотреть мое видео, да, пишите в директ, я расскажу, как попасть в платную группу. Вы просто спрашиваете про платную группу, и отвечу. У меня просто есть подготовленный шаблон, поэтому я отвечу путей в платную группу. Привет, дорогая. Прекрасный Беркова, супер в директе. Жене всем ответишь. Шикарно. Ну, со временем всем, не сразу просто.
Когда вот директ не отвечают, когда вы пишете, ну вот пишете вы, например, ты прекрасна. Естественно, я не могу всем, кто пишет комплименты, отвечать спасибо. Общайтесь со мной в эфире. В директе я общаться вот на вольные темы не буду. Если вы пишете по делу, задаете конкретный вопрос какой-то, то ответ практически всегда получите. Или, ну, вопрос, опять же, не «ты дашь мне в жопу», а какой-нибудь нормальный. Ну, вот как попасть в платные группы, например. Или как скупить половину твоего секс-шопа. Или как приобрести твою вагину. Где ваш сын? Сколько ему лет? Ему 10, он спит. У него, его сегодня посещал прекрасный Дед Мороз, и он перенасыщен эмоциями. Не видели вас со времен Дома 2, Елена, вы прекрасный, привет из Беларуси. Ого, с Дома 2, это же лет 15-16 прошло. И как? Мне кажется, я становлюсь только прекраснее. Секундочку, продолжу вам отвечать. Дети есть? Есть. С наступающим вас тоже. Так, дальше. Читаю сообщение дальше. Женственная стала и умнее. Руслан. Это который домик, да? Конкретно интересуюсь, ты свободна от отношений? Да, конкретно отвечаю. Я конкретно свободна. Классно выглядишь, спасибо. Я конкретно, очевидно, свободна. Но как это меняет ваше отношение ко мне, непонятно. От этого вы ближе не стали. Тот самый. Рус, я тебя уже запомнила, девятки. Это хорошо. Так, хватит ерунду писать. Как новогоднее настроение? Да шикарно. Классно выглядишь, спасибо, с наступающим. Милашка, конкретно интересуюсь. Ага, сейчас попытаюсь перелистать. Кто пропустила сообщение, сочное, женственное. Спасибо всем за комплименты, за теплые слова. Очень приятно. Я вам всем тоже желаю сексуального года. Куча свершений, побед, мечт. Мечтайте обязательно. Я, кстати, вспомнила, что у меня есть цели, планы, что-то еще, какие-то планки, но я не мечтала о чем-нибудь вот таком совершенно нереальном, о чем-нибудь из разряда фантазий. Очень давно. Брюнетка однозначно лучше, спасибо. Ты работаешь сейчас. Привет, с каждым днем все лучше, спасибо. Где твой парень? У меня нет парня. Привет из Мичуринска. Ага, привет. Мне не интересно знать прошлое твое. Если ты реалистка, то можно увидеться. Можно-то можно. А если не реалистка? Интересно знать. Только вот зачем мне это? Так, я иду к тебе. Ну давай. Бесплатно не покажешь видео? Нет. Где я буду на Новый год? На Новый год я буду здесь. Сейчас я покажу вам, где, и вы обалдеете. Аленуль, Андрея Коловалева, откуда знаешь? Ой, мы уже знакомы лет, хрен его тучу, лет 17, наверное. Еще когда он в Мосгордуме был, у меня есть где-то даже фотка старая-старая, 15-летней давности, где мы стоим. Как раз у него в Мосгордуме со зверем Сережей, с моей подругой Ксюшей. И день рождения у него, там шоколад, коньяк, что-то такое. Но в Мосгордуме сильно не разгуляешься по лайту. Ты прилетишь в Торонто? Возможно. Ага. Пока, пока всем, кто спать. Ты работаешь сейчас? Да, конечно, на договорной основе я делаю это всегда. Но так, чтобы как обыватели ходить на работу, нет. Я всегда делаю только то, что мне очень нравится.
Тебе фит-сервис бухло новогоднее прислал? Фит-сервис — это же компания, касающаяся автомобилей. Почему бухло? Заказать тебя с музыкой можно? Совершенно точно, можно. Мой сайт berkova.ru, там есть все о гастролях, выступлениях, проведении мероприятий, диджействе. Сочное, шикарное, да. Женственнее стало, и мне еще раз повторяют спасибо. Конкретно интересуюсь. Ага, это я уже читала все. Так, сейчас вниз перемотаю. А где ваш сын? Спит он, спит. Умная девица в любой город. Его закрыли клуб. Какой клуб закрыли? Сколько вам лет, вы уже спрашивали? Есть в Москве клуб без компромиссов. А. Ага. Хорошее название. Ваша любимая работа. Ну, кино, наверное. Кино. Ну, не реалистка, тогда тупо выпьем, посмеемся и познакомимся. То есть все-таки не имеет значения, реалистка я или нет. Это интригу решили лишнюю создать, типа, если ты реалистка, то познакомимся. Искусственно созданный ажиотаж, типа, отбор у вас еще идет. То есть вы меня приглашаете познакомиться, и при этом как бы кастинг проводите. Так? И вот если ты такая, то да. Ну, ладно, откатился назад, зачет. Так мне есть с кем посмеяться. Уж тем более выпить. А ты прелесть, будь такой же яркой и красивой. Спасибо, обязательно. Хочу в Россию, ты сладкая. Барри, мне что-то там строчит в WhatsApp. Барри, привет. Но я, насколько понимаю, ты где-то здесь в эфире. Ты всегда нравилась публике, мне в кайф ты. Я понимаю. Понимаю, Руслан, который домик снял, да? Понимаю тебя. Беркова, это бренд. Да, это оформленный товарный знак, вы совершенно правы. Какие планы на Новый год? Грандиозные. Я готовлю вам офигенный просто фееричный сюрприз, который еще не могу раскрывать. Это будет нечто новое, очень провокационное. Все, как вы любите, в моем стиле. И такого на рынке еще нету. Прям я удовлетворю ваши потребности. И я думаю, что это заявка на победу. Сейчас занимаюсь процессом создания этого продукта. И делаю это с огромным удовольствием, отдачей и максимальной откровенностью. Так. Всего тебе самого лучшего в новом году. Спасибо вам также. Что-то виснет все время. Про домик уже все узнали. Но для тебя welcome. Слушай, ну так я же тебе, считай, подгон сделала. Разрекламировала. Самая милая и нежная. Мне благодарность за тренинг прислали, на котором им рассказывала. Блин, если я сейчас пойду почитаю WhatsApp, то тогда зависнет здесь эфир. Мне очень интересно, что там Барри пишет. Так, Малахов знает, кто на футболке. Раздвинешь ножки, ты без лифчика. Да, я без лифчика, где ваш муж? У меня нет мужа. Я с ума схожу по тебе. Понимаю. Самая красивая девушка в мире. С наступающим Новым годом. У вас принято приятный голос. И посыл стойкий. Заявка. Ленчик, ты стала похожа на Сандру Балок. Приму за комплимент. Эскорды услуги делаешь. А ты, Иван Сергеевич, 13. Делаешь эскорд услуги? Эскорд, а? Не хочешь вернуть длинные черные волосы? Нет. Это мой натуральный цвет. Покажи татуху, у меня их много. Привет, радость моя. Приятно увидеть тебя в любое время. Хорошо выглядите, молодец, спасибо. Смотря что пить. Где Новый год отмечаешь? Дома? Пока. Пока план дома, а на до Нового года еще очень много времени. Привет из Крыма, привет, друзья. Честно, без прикола, хочу тебя обцеловать. Я тебе... Честно, без прикола верю. Но еще бы ты не хотел. Это было бы странно. Вот тогда было бы странно.
Подгон, если такой похож на тебя, то ок. А, то есть тебе еще и пофигу с кем. Главное, чтобы внешность была ничего, да? Эть, как я себя приподняла заодно. Комплимент себе. Ты развелась, а я... Да давно уже. Как-то... Который раз? Уточните, пожалуйста. Как вы ухаживаете за лицом? Откуда столько шариков? Я вам сейчас еще все не показала. За лицом я, если честно, лет до 26 даже не знала, что такое крем для лица. Как я ухаживаю? Ну, как, какие-то масочки иногда делаю. Никаких биоревитализаций, я их даже выговорить не могу. А вытерпеть так вообще нереально. Просто для меня это какой-то ад. Ну, я очень чувствительна к уколам. И... Да мне это жестко. Пробовала сделать плазмолистинг, но... В третьем уколе орала дико и не смогла это делать, поэтому так, кремиками. А, на НАЗе у меня есть прибор, распылители, сыворотки, которые входят там в микрочастицы. Ну, в общем, какие-то такие домашние, элементарные, натуральные процедуры. Главное — быть удовлетворенной, поверьте, тогда и выглядеть будешь хорошо. Итак, сейчас мы пойдем, покажем вам это сказочное место, в котором я нахожусь. Почему не спишь? Завтра до обеда спать будешь. А тебя ебёт, вот честно. Ну, по-другому не скажешь, с песни слов не выкинешь. Вот я сейчас сяду и буду рассказывать, почему же я не сплю. Занятая была. Я вообще в такое время не сплю. Буду до обеда спать. Тебе-то что? С удовольствием буду, кстати. До обеда всегда сплю. Вот именно не пофиг, я ждала этого ответа. Зараза. А, ты решил со мной пошалить, типа, подцеплять меня за мое эго? Ты же была замужем уже, все, я была много раз замужем, но что ж теперь? Это никак не помешает мне выходить еще. С моим мужем будут видео? Посмотрим. Зависит от него. В смысле, насколько хорошо он себя будет вести. Как WhatsApp добавится в группу к вам? В WhatsApp у меня нет группы, в которую можно добавиться. Честно, без прикол. Так, ну все, пойдем смотреть это райское место. Привет, привет. Ленчик, скажи честно, делала что-то с лицом, ну кроме контурной? Нет, я не делала контурную. Если ты такой знаток, так тогда зачем спрашиваешь? А если тебе кажется, что я делала контурную, то что ты вообще об этом знаешь? По-моему, ничего. Минус. Если ты пластический хирург, то дебил. Так, зачем твой эфир перед сном? Ну, чтобы вам снились сладкие сны. Я, например, люблю эротические сны, и мне они снятся очень яркие. Я с удовольствием получила оргазм во сне. И полноценно, по ощущениям, и компенсирую недостаток секса в жизни. Пойдемте, сейчас покажу вам. Вы спрашивали, где... Каждую ночь разговаривает во сне с ним, когда мы рядом. Так, дальше покажу сейчас. Да, дальше будет еще круче. Дальше просто бомба. С Путиным сморозилась, что ли? А мы с ним и не женились, чтобы разводиться. Мы просто разошлись, как в море корабли.
С Барнаула тоже привет. Привет. Почему с последним мужем развелись? По желанию. Я всегда... У меня ответ стабилен. Как, собственно, и я. Мы стабильны. Так. Поехали. Все. Сейчас покажу, потом еще поболтаем. Смотрите, вот этот хор. Выходишь в хор. Там, кстати, светящиеся вот эти шарики стоят, как у меня в спальне, так и в холле. Идем, идем. Тут всякие штуки лежат. Вот здесь год написан. Вот 2020. Так, спасибо. Здесь шарики в коридоре. И самое главное. Та-дам! Круто. Просто какой-то космос. Ёлочка. Вау. Их огромное количество. А вот эти вот здоровые шары, кстати, они размером просто метр. Так кажется, что они не очень большие, но они очень огромные. Как бы так показать? Сейчас поставлю вас и покажу. Ты не отхвачу его. Просто это с меня шар. Круто. Все это блестит. Невероятно красиво и создает классное настроение. Ну, то есть не чувствовать себя как в сказке невозможно. Еще какие-то конфеты валяются с подарками. Красотень, да? Ой, а светящийся шарик, вот он светящийся. Его просто не видно из-за того, что свет горит. Ну-ка. Вот. Ой, Дед Мороза уронила. Здесь Дед Мороз висит. Видно, не видно. Короче, повесился Дед Мороз. Вот такая красотень. Ну, круто же. Что вам еще показать? Хотите, покажу свой сексуальный чемоданчик? У меня не красная комната, у меня красный чемоданчик. Или гардеробная. Кабинет могу показать. Так. Я заебался. Ты очко покажешь. Чувак, ты к маме к своей подойди с таким выражением и спроси меня то же самое. Потом сюда. Расскажи, что она тебе ответила. Так. Мужики. Ленка тут ботов уже замучила. Красоту Леносик очень сильно похудела. Спасибо. Привет из Луганска, привет. С
Свои шарики покажи. Кто тебе надул столько шаров? А у меня в сторис, кстати, компания указана, которая делала декор. И это, конечно... Причем я всего лишь сняла на видео квартиру. Не пришлось организовывать личную встречу, потому что времени оставалось мало, и я, как всегда, спохватилась в последний момент. И, естественно, в такие пробки неконцептуально было встречаться. И мы все решили вот так вот буквально за полчаса. И сегодня они все также за полчаса все занесли, сделали. Круто. Я так поняла, единственная технология, зачем заследить, они в пучках их приносят, эти шары. И главное, чтобы они не запутались, их надо как-то так по одному отпускать. В общем, чувак делал это очень опытно, в отличие от меня. Так, зайди в директ и ответь на смс, если тебе не трудно. Ну, я это буду делать только тогда, когда мне удобно. Покажи лучше пупку. А то и я спать. Нет, иди просто спать, чувак. Лен, а сколько у вас было мужей? С наступающим всех, да, кстати. Может, поженимся, мне 23. Ну, мечтать не вредно. Привет, жизнь Луганская, я уже читала. Лен, кто у тебя лежит там? Знакомый. Так, возвращаюсь вниз. Я перелистываю просто сообщение, чтобы посмотреть. Я думаю, что тебе несложно будет это сделать. Я отвечаю только на те сообщения, которые, ну, например, с каким-то запросом. Ты, ладно, публичная личность, а вопросы тут как будто конец света. Вы чё, ребят? С кем вы? Так, Сахалина, большой привет, спасибо. И вам привет, как... Эфир. Пишите в директ, и я всем расскажу, как попасть в платный канал, где куча моего нового жаркого XXX видео. Так, так я к вам лягу. Доброй ночи, Лена. Скажите, какие у вас любимые позы при занятии сексом? А что подарила сыну на Новый год? Подарила то, о чем он просил. У него всегда очень необычные заявки на подарки. Ну, еще не все подарки, еще будут у него подарки. У него всегда, вот он как-то, какой-то день рождения он просил, а мы отдыхали в каком-то небольшом городке, с малой частью цивилизации присутствия. В общем, он загадал зонтик Гингемы. Что это? Что это и как это выглядит? Он должен был быть розовый, с золотым наконечником. Короче, в итоге, представляете, я нашла. Я поехала в город и нашла в каком-то магазинчике просто такой зонтик розовый с золотым наконечником. Ну, прям, что называется, когда человек в правильном направлении и в творческой волне, а он у меня очень творческий, все складывается для него. Так, спасибо за ответ, было действительно интересно. Ты сохранишь эфир? Да. Скажите, вы что, меня игнорируете? Я стараюсь никого не игнорировать. Сколько лет сыну? 10. Привет из Белгорода. Как попасть в приват в канал? Пишите в директ. Признаюсь, что вы порно-актриса, но почему... Там мне доводилось вас смотреть. Признаюсь, я знаю, что вы порноактриса, но почему-то мне доводилось вас смотреть. Где муж с наступающим? У меня нет мужа. Повторяю всем еще раз. Друзья, я свободна. На самом деле не очень свободна. Времени катастрофически не хватает. Так, привет с Арбата, привет. А, какие любимые позы? Я искала вопрос, на который я забыла ответить. Смотря... Зависит от размера пениса. Если он вменяемых размеров, то сверху. А если
больше, чем меняемых, то снизу. Так нормально объяснила. Любимое блюдо. Какая-нибудь зеленая фигня, я люблю зеленую жижу. Ему нравится, что ты торгуешь. Это вот чувак, который писал до этого, отсосешь у меня, а теперь спрашивает про сына, да? Нравится ли ему, что я торгую? А твоему сыну нравится, что ты спрашиваешь у чужой тетеньки, отсосет ли она у тебя? Почему нет? Он жив, ты же только вышла недавно за блогера. Или кто он там? Кто жив? Я надеюсь, все живы-здоровы. Я недавно не выходила замуж. Мы не собирались, мерили, даже выбрали свадебное платье 5. Но я решила, что такое счастье надо держать свободным. А, да, конечно, жив. Здоров и даже в меру упитан. Ну что, завтра я опубликую пост? Или сегодня? Блин, 2 часа ночи уже. Хотя... Новый год. Почему нет? Давайте я опубликую сейчас пост. И мы разыграем... Хочу такую же фигуру, как у вас. Такой же не будет. Такая одна. Но согласна, мне она тоже нравится. Вы как опытная женщина. Размер имеет значение. Лена, как и с кем? Как и с кем будешь праздновать? С семьей. У меня поклонник из курса. Ко мне 30. Давайте перейдем на ты. Не давайте. Размер, ну, конечно, имеет. Как и все остальное. Как и изгиб, и вес. Итак, предлагаю разыграть мою вагину. Как вы на это смотрите? Я знаю, что положительно. Да, я в Москве. Ну что, тогда пойдем, я опубликую пост. Вы можете участвовать в розыгрыше моей вагины. Я думаю, завтра вот... То ли непосредственно перед 12 ночи, то ли после 12 ночи мы ее разыграем. В общем, наверное, в течение завтрашнего дня. Или первого. Когда мы ее разыграем, я еще подумаю. Ага. В течение ближайших нескольких дней. А участвовать вы можете, комментируя пост, который я сейчас опубликую. Ну что, всех с наступающим. Всегда ваша Елена Беркова.